Глава 96. Задача художника не в том, чтобы его любили, а в том, чтобы ему доверяли. Потому что любящие тебя прекрасны, а верящие в тебя божественны. Ломкая коричневая жалость, вставшие песочные часы. Что не вышло, это и осталось. Чай не бьется, в беспорядке сыр. Ниже горла холод облаками, с неба черный колосок растет. Обними бумажными руками бесконечный и бессильный лед. Ошибаясь в скорости прихода на пространство внутренней слюде, боль, минута, длинная свобода. Камень с центром неизвестно где. Мост через мост, книга для чтения в темноте, ожидание щебень в быстрых ладонях рыб. У корней отражений глагол «время» предпочитает. Час ухода солнца, горящего чая. Безразличное пламя крыш в сторону следующего броска. Дом тумана просторен солью щеки. Яблоко не узнать в пустоте куста. Одногранник иглы. Кто за вопросом кто? В двери снежинки, улыбкой, улиткой. Льется ладонь за шиворот, медленная стена. Кислотой пыли не уравнение никогда. Горечью песка пещерной птицей, продолжая соль прямого горла, воздухом бесформенным напиться, потерявшись, раскрываясь в гору, по воде зеленой от ступеней, пар сплошного дома перерезов, дыма неустопчивого тенью, в плечи плачем и в земле железом, перерывом не теряя искры, трещиной необойденной ростом. Медленный шаг домов, скрип наклоненных зим, солнце всходит над шкафом, день чердаков, в лень бродящих дверей годовые кольца дорог. Если долго смотреть в твои окна, воздух нарисовать. Кровь, пчелиная ночь красноперых минут. Корни дождя в зеркале ветра, в объективах мостов. Прорастая сквозь улицы сахар земли, сердце песка, ни время, ни тень на лице. Взглядом пить из ладони, память не потеряв.